Так, ну ладно, хорошо, начинаем наш стрим. Это вообще немножко непривычно, когда у тебя нет аудитории перед тобой, которая каким-то образом реагирует на твои действия. Поэтому попробуем. Да, плейлист зачет. Мы будем пользоваться чатиком на Твиче. Там, зарегистрируйтесь или еще что-нибудь, пишите что-нибудь. Я вроде бы включил супер лайв стрим на Твиче, поэтому я должен быстро видеть сообщения от вас и реагировать на них. Наверное. Так, ну, собственно говоря, что мы будем делать на сегодняшнем стриме? Мы будем разрабатывать Арканоид, игру. Она довольно-таки простая, но зато интересная, и у нее, как бы сказать так, богатый потенциал для развития. Можно навернуть всяких классных штук. Так, окей, хорошо. Опа, переходим в режим скринкаста. Супер. Ладно, Арканоид. Для тех, кто не знает, что это за игра такая, суть, значит, ее заключается в следующем. У нас есть куча кирпичей всяких разных сверху, и есть платформа, которой мы можем отбивать шарик, который там туда-сюда летает. Вот. Ну, получается, задача игрока заключается в том, чтобы не пропустить шарик вниз, на дно куда-то туда, и уничтожить все блоки, которые перед ним находятся. Блоки бывают всякие разные, могут быть супер крепкими, их с первого раза не разобьешь, могут быть простыми, обыкновенными, там всякими разными. Из блоков могут выпадать разные бонусы, например, увеличить скорость шарика, хотя это не бонус, а наоборот какой-то дебаф. Увеличить размер нашей платформы, сделать шарик супер мощным, так чтобы он уничтожал за раз много сразу же кирпичей, и вообще там много всего разного может быть. В оригинале эта игра была вообще какой-то древней, чуть ли не 80-е годы ее придумали. Ну да ладно, тем не менее она безумно интересная. Разрабатывать мы ее будем с вами на C++, а не на всяких там питонах, джавах и луа. И будем использовать библиотеку YCPP. Так, почему не какой-нибудь SDL2, либо там Unity? Ну потому что, во-первых, веселее разрабатывать на какой-то там своей библиотеке. Ну, по сути дела, она является, кстати, некоторой оберткой, фасадом над SDL2, для того, чтобы мы не видели какого-то лютого мяса. Вот, по сути дела, например, есть демочка небольшая. Так, вот есть main, как обычно. В нем запускается набор разных тестов. Вот, допустим, тест на нажатие кнопочек. Очень простой. Нам нужно реализовать некоторый класс, который будет имплементировать некоторый специальный интерфейс Application Listener, который будет запускать наш фреймворк где-то там в недрах, неведомо где. Ну и самое важное, что надо знать, что у нас будет функция, которая будет вызываться 30 раз в секунду, ну или там 60 раз в секунду, в зависимости от FPS на самом деле, для каждой отрисовки кадра. И в ней мы можем там реагировать на нажатие кнопочек, рисовать всякие разные линии, прямые, много чего другого. Так, будем все это делать в C-Line, для разработки от JetBrains. Вот, клевая такая, кленовая. Так, откроем проект, у меня уже есть заготовочка небольшая с демками, для того, чтобы мы могли запустить, проверить, что у нас все компилируется, работает. Так, вот, Арканоид. Открыть. Бум. Сейчас у нас некоторое время будет тупить идея, будет загружать проект, индексировать его. Мне интересно, что слышно здесь. О, кстати, задержка небольшая. Так, сейчас машинерию проведу. Чем?
Так, кто-нибудь напишите что-нибудь в чатик. А, ну вот, да. Как раз я их открыл в отдельном окошечке. Окей. Значит, наш проект. В MainCPP у нас куча демок. Так, надеюсь, размер шрифта нормальный, крупнее не надо. Так, давай CMake, разберись с проблемами. Допустим, сборку приложения, и C-line должен перестать подчеркивать красным все, после того, как индекс его просчитает. Все отлично. Запускаем приложение. Значит, это первая демка, которая реагирует на нажатие кнопочек. Наверх, вниз, влево, вправо. Так, все отлично, она работает. Когда нажата кнопочка, тогда весь экран закрашивается определенным цветом. Так, эта демка показывает нам всю палитру цветов, которую мы задали. Палитра у нас здесь находится. Палитра. Взял я ее из существующего фреймворка, который называется Tika 8. Так, сейчас. Такой вот классный фреймворк. Tika 8. В нем есть лютые ограничения, что у нас там размер экрана очень маленький. Что там 128 на 128 пикселей, всего лишь 16 цветов. В нашем случае у нас будет 256 пикселей в ширину и 144 пикселя в высоту. Тоже будет 16 цветов. Потому что у нас, так как у нас будет мало цветов, маленькое разрешение, то, в принципе, игра должна быть такая миленькая, ламповая. Нам не нужно будет думать над тем, как, скажем так, отрисовать какую-то классную графику, там дизайнеров звать к себе. Все можно делать очень быстро. Так, ну ладно, хорошо. Досмотрим наши демки. Вот наша палитра, и она отрисовывается красиво. Дальше следующая демка. Она просто перекрашивает наш экран в другой цвет с некоторым таким размытием. Красивым, случайным. Так, еще одна демка супер крутая, это вращение трехмерной, как будто бы призму. Так, дальше шахматная доска. И все. А, и последняя демка с рисованием линий. Кстати, линии рисуются очень просто в этом движке, где они тут рисуются. Просто выбираем случайные какие-то координаты для начала и конца линий. Выбирается цвет случайным образом, исходя из текущего времени игры. И потом просто, как говорится, нарисуй мне линию отсюда до туда таким цветом. Ты, Антон, закрашивается. Так, ладно, отлично, все. Теперь начинаем делать, собственно говоря, арканоид. Так, значит, что у нас будет в арканоиде? Что нам нужно для арканоида? Это платформа какая-то. Это, конечно же, будет шарик, который может отскакивать от кирпичей, от платформы, от стенок комнаты по обычным геометрическим правилам. Дальше у нас будут, конечно же, всякие разные кирпичи. Да. Для начала это шарик будет отталкиваться, как я сказал, всего по геометрии. Кирпичи будут простые,
простые, то есть разрушаются с первого удара. Платформа будет сначала определенного размера, но ее надо будет запроектировать игру так, чтобы можно было изменять размер платформы каким-то образом. Платформы как-то. Потом из кирпичей должны вываливаться бонусы. Но это, скорее всего, мы потом все реализуем. Так, платформа, конечно, должна уметь перемещаться по кнопочкам на клавиатуре. А шарик должен всегда летать. И пока что сделаем, чтобы он всегда летает под 45 градусов. Не будет всяких странных углов, которые могут появиться. Не будем так сильно заморачиваться. От стен всегда. Так, и пока что все. А, ну и шарик это у нас на самом деле будет квадратик небольшой. Очень неудобно, что нету второго монитора. Если бы он был, то я бы просто чат смотрел, наверное, на другом экране. А так получается как-то неудобненько. А, ну вот, я так сделал. Я открою чат на телефоне. Надеюсь, он будет точно такой же. Ну-ка, давайте-ка я сейчас разберусь по стриму, что там случилось такое. Ох уж этот скилл ведения трансляции. Нужно его получать. Так, ладно, отлично. Значит, начинаем делать, собственно говоря, саму игру. Из нашего мейна с эргоноидом мы просто-напросто просто удаляем все, что сейчас тут есть. Потому что оно нам не понадобится. Кроме оставляем только button test, наверное. Так, и вот отсюда тоже все удаляем. Так, не знаю, кто пропустил, я тут написал целый список того, что мы будем делать. Что у нас будет некоторая платформа, шарик, кирпичи, бонусные кирпичи. Что платформа должна двигаться, мочь изменять свой размер, шарик должен летать по геометрии. Он должен всегда летать, никогда не останавливаться. И отлетать под 45 градусов, нету никаких там магических углов других. И квадратик у нас будет обычным, ой, точнее шарик, это будет квадратик небольшой. Ну а кирпичи это кирпичи. Так, ну ладно, давайте начнем с самого начального. Допустим, у нас есть наша функция onRender, которая перерисовывает весь экран. Больше она ничего такого не делает. Так, запускаем. Сейчас мы должны просто увидеть черный экран. Да, отлично, хорошо. Теперь мы будем создавать, собственно говоря, уровень с нашей игрой. Так, ну первое, что нам понадобится, это некоторая платформочка. И нужно учиться ее двигать влево-вправо. Ну, значит, ее и создадим. Так, ну, можно написать сразу же весь код здесь, внутри этого класса, внутри этой функции, но это как-то не true. И мы понимаем с вами, что, скорее всего, платформа, она обладает некоторым состоянием, у нее есть какая-то позиция по оси X и Y, она там может перемещаться, еще что-то, отрисовывать себя, поэтому давайте все, что относится пока к платформе, вынесем в некоторую структуру, либо класс.
создадим вот эту штуку. Назовем это Platform. Будет просто какой-то обыкновенный класс, в котором будет информация о том, где находится сейчас платформа по оси X, по оси Y. Будет информация о ее размере, о ширине и высоте, что логично. Да. Так, хорошо. Наверное, нам еще понадобится информация о том, какого она цвета, чтобы будем отрисовывать все. Ну ладно, посмотрим дальше. Раз у нас есть какие-то поля нашего класса, так, они будут публичными, не будем ничего скрывать, пока рефакторингом займемся чуть позже. Живо ли тут все? А, ну да, окей, найс. Почему тут нельзя вот взять и убрать видео здесь, но оставить чатик? Ну, я просто хочу иногда смотреть, что я говорю, что меня слышно. Это такой странный спецэффект, я... А, вот, ну-ка, чатик. Ого. Звук погромче. А звук имеется в виду моего голоса? Или музыки, или чего? Я просто не знаю. Стоит... дефолтные настройки, там, с шумоподавлением, чтобы было все более-менее хорошо. И все, по сути дела. А, голос? Ну, голос, там идет захват входного аудиопотока, и все на максимуме должно быть. Не знаю, почему тихо. Надо будет разбираться, это, скорее всего, проблемы с микрофоном на Маке. Его нужно будет улучшать сильнее. Ну, либо мне нужно будет говорить погромче, да и все. Немного непривычно сидеть в комнате, где не нужно кричать, чтобы все тебя услышали, как в аудитории. Да, ну ладно, давайте вернемся обратно к нашим классам и платформам. Вот у нас есть какие-то параметры нашей платформы, позиции по оси X, Y, ширина и высота. Вот и эти параметры нужно когда-то заполнять. Ну, скорее всего, платформа-то не знает, как их заполнить, поэтому давайте создадим так называемый конструктор, чтобы вот в... когда наше приложение запустилось, тогда мы эту платформу, собственно говоря, и создали, и дальше могли ей манипулировать. Так, ну, тут вообще лафа, в C-Line можно нажать кнопочку Ctrl-N, появляется контекстное меню с генерацией кода, мы же ввём конструктор, говорим нам, пожалуйста, сделай все хорошо, и вот он нам синтезирует конструктор, который принимает на вход все вот эти аргументы и заполняет поля класса. Так, окей, ладно, хорошо. Так, ну и тут мы скажем, что в нашей игре, которая почему-то называется Button Test, теперь назовем наконец-то Arkanoid. Класс наш Arkanoid. Так, отлично. Все. Он запустится. Внутри создадим указатель на нашу платформу. И когда игра pointer. То есть сначала, когда создался класс Arkanoid, платформы еще не существует. И слава богу. Так, но когда игра первый раз запускается, вызывается специальный метод onCreate, который запускается один раз, когда игра стартует, то в этот момент мы создадим новую платформу. Вот, и заполним ее некоторыми начальными значениями. Да, запись стрима на Твиче останется, и, скорее всего, я экспортирую ее на YouTube, если пойму, как это сделать. Но, в принципе, запись видео сохраняется у меня на компьютере, так что все должно быть хорошо. Да, так, платформа.
платформа должна находиться где-то, не знаю, там, по какой-то координате X. Ну, давайте там вначале сделаем 50, потом разберемся с тем, где это на самом деле, по оси Y 10. Ширину платформы сделаем, ну так, если у нас ширина экрана 256 пикселей, тогда, наверное, ширина у нее должна быть, ну давайте, типа 48 пикселей. И высота у нее пусть будет там 8 пикселей. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, отлично, хорошо, платформа-то у нас есть. И теперь платформа — это у нас просто по факту прямоугольник. И в нашей библиотечке есть чудесная функция для рисования как раз-таки любых прямоугольников. Вот вызов draw rectfill. На вход напоминает наш контекст. Контекст — это какая-то штука, которая нам совершенно неведома. Нам библиотечные хедеры говорят, что ну существует такой класс. Мы им не должны пользоваться напрямую, мы косвенно им пользуемся, когда вызываем специальные библиотечные функции для, например, отрисовки экрана, либо для снятия показаний с кнопочки. Так, ладно, хорошо, рисуем прямоугольник. Для того, чтобы нарисовать прямоугольник, нам нужно передать в него координату x, y, ширину и высоту. Так, x — это будет как раз таки платформа x, y — ширина и высота. Так, что еще нужно передать? А, нужно передать цвет. Хорошо. Цвет, цвет. Ну, цвет мы константно зададим какой-нибудь. RGBA цвет. И он будет у нас палет. Так, отлично, хорошо. Кто умеет читать RGBA цвета сразу же на глаз? Нам нужен какой-нибудь красивый цвет. Это, скорее всего, где-то 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, например. Это будет Red Green. Ох, не знаю. Посмотрим. Посмотрим, что это за палитра. Надо вот цвета подписать, чтобы не тупить. Потом. Так, ладно, 10-й цвет. Угу, отлично. Что он говорит? А, инты нужны. Для того, чтобы рисовать прямоугольник, нужны интегеры, мы отправляем туда флоты. Ладно, давайте посмотрим, что сейчас случится. Должно скомпилироваться. В любом случае, там будет автоматический каст типов. Нас пока это не волнует. Так, ну ладно, отлично. У нас нарисовалась наша платформа где-то на потолке. Хотя мы сказали по оси Y позицию 10. Но это, видимо, потому что на самом деле у нас координатные оси считаются не снизу наверх, как мы привыкли на математике, а сверху вниз, как мы привыкли в отрисовке графики. Да, то есть получается, если мы хотим нарисовать нашу платформу где-нибудь внизу, то для этого нам нужно будет вычистить высоты экрана 10, тогда это будет снизу на 10 пикселей отставать. Так, ладно, окей, еще кое-что нужно сделать. Надо бы закрашивать экран не черным цветом, каким-нибудь другим цветом. Иначе мы не видим наш экран, собственно говоря. Наше заполнение экрана. Вот, синеньким цветом пусть заполняется все. Ну вот, черные полосы, не обращайте на них внимания. Они просто появляются для того, чтобы в пиксель-арте не было никаких искажений при отрисовке пикселей. Если мы сделаем все на весь экран, то у нас игра на весь экран распространяется. Все классно. Так, окей, хорошо. Значит, теперь мы сделаем так, чтобы вычислим координаты нашей платформы так, чтобы она вставала где-нибудь вот здесь, вот внизу, красивенько. Ну это что получается у нас? Угу. Когда мы создаем платформу, мы должны узнать ширину и высоту экрана. Получается, позиция по оси Y будет у нас следующая. GetDisplayHeight. И мы вычитаем оттуда 10 пикселей. То есть на 10 пикселей мы будем отстоять от дна экрана. И рисовать мы будем нашу платформу посередине экрана изначально. Хотя на самом деле не важно где. Ну ладно, давайте посередине. Get display width, контекст. Так, мы делим ширину экрана пополам. Вот. Дальше мы вычитаем из нее половину ширины нашей платформы, потому что прямоугольник рисуется от левого верхнего угла, а не из центра. Так, давайте тогда скажем следующую штуку. Width будет у нас 48. Это просто временная переменная. Так. Минус платформ width деленное на 2.
Окей, сейчас запустим, что все красиво отрисовывается. Ну да, так как мы и хотели. Только что-то платформка сильно толстая. 8 пикселей это слишком много для нее. Давайте там 6 пикселей сделаем. Давай компилируем. Опа. Да, все как надо. Окей, хорошо. Так, музыку надо выключить. Окей, хорошо. Ну то, как она звучит. Слушаю сильно громко, наверное. Угу, да. Так, ну ладно. Угу, все нормально, хорошо слышно. Все, нет никаких проблем. Окей. Так. Значит, на чем остановились? Мы остановились на том, что тут нужно сделать паузу, чтобы стрим опять не остановился. Окей. Платформа у нас отрисовывается там, где нужно, только тут как-то странно получается. Мы почему-то отрисовку платформы делаем здесь прям явно. Давайте функцию отрисовки платформы дадим классу платформа. Сначала пусть он всем этим занимается. Вот поэтому создаем функцию draw платформы. Отправляем ей контекст, потому что он понадобится ей. И телепортируем туда этот метод отрисовки платформы этого прямоугольника нашего. Да, ну понятно, что платформа теперь превращается просто... Платформа, стрелочка удаляется, так как она нам не нужна. Угу. Так, и тут мы говорим, что платформа... Рисуй саму себя. Бам, все, окей, классно. Да, у меня тут будет идея терроризировать по поводу того, что я всякие разные интеджеры делю на числа, получаю 5 инты, теряю какую-то точность. Ну, вообще, это на самом деле то, что мне и было нужно. Так что не заморачивай меня. Я и хотел здесь потерять точность. Все правильно. Так, теперь мы должны запрограммировать перемещение нашей платформы. Давайте тогда внутри нашего класса платформы создадим функцию move, которая примет на вход тот же самый контекст и будет... О, нормально. Надо закрыть Telegram. Так, двигать платформу, которая будет проверять, что если нажата кнопочка влево, то наша платформа поедет налево, если нажата кнопочка вправо, то она будет катиться вправо, пока эта кнопка нажата. Для того, чтобы это проверить, у нас там есть, кажется, функция из pressed, да, нажата ли кнопка, вот, принимает на вход контекст и перечисление с батонами, с кнопочками, конечно. Так, если на key left, тогда мы сейчас поедем налево. Если нажата кнопочка направо, то мы поедем направо. Угу. Так, что означает поехать направо? Это означает, что мы координату x из нее вычитаем. Ну, то есть, получается, x растут в правую сторону, значит, чтобы поехать налево, нужно из x вычесть некоторую скорость по оси x. Так, а чтобы поехать направо, надо прибавить. Так, нам нужно создать тогда переменную speedx. Speedx. Угу. Отлично, хорошо. И как-то ее заполнить чем-нибудь. Вот интересно, конструктор должен это делать или нет. Давайте пока все будем делать через него. Потом придумаем что-нибудь получше. Вообще, кстати, это логично, что конструктор будет задавать все важные поля класса, так как потом это можно вынести в какой-нибудь конфиг, и там, не знаю, в текстовом файле все... сохранять и редактировать. Так, теперь нам нужно проверить, что платформа правильно создается. А, ой-ой-ой-ой. Свет же нам не нужен. Давай. А, вот. Скорость у нас измеряется в каких-то неведомых нам попугаях. Пока поставим скорость равную 2, мы посмотрим, что из этого выйдет. Так, не забудем в onRender'е сказать «двигайся, платформа». Запускаем, смотрим, что происходит. О,
отлично, платформа двигается, только прям сильно бодро. Это надо скорость какую-нибудь другую поставить, 1.5. Так, еще есть одна идея. Для того, чтобы мы не лагали в зависимости от FPS, нужно нашу скорость умножать на то, сколько кадров прошло, то, сколько время прошло с прошлой отрисовки. То есть, если пользователь такой зажал кнопочку, компьютер зафризил, и с прошлого раза, когда отрисовывался экран, вы бы видели, тут в окно долбится голубь. Он меня сбил. Тогда нам нужно скорость умножить на количество времени, сколько прошло с последней отрисовки. О, как это называется? Как эта функция называется? Она была где-то определена в заголовочном файле time. getDelta. Точно. Умножаем на getDelta. Так. getDelta, там будет какое-то такое дробное число, которое показывает, сколько секунд прошло с прошлой отрисовки. Если все хорошо, то у нас скорость будет... Вот эта скорость будет нормальная, и все будет перемещаться плавненько. Если у нас чуть-чуть просядет FPS, тогда должна платформа перемещаться чуть быстрее, для того, чтобы общий ритмика игры была той же самой. Чтобы не было такого, что если у нас слабый компьютер, то у нас игра очень медленно работает. Нужно все в одном темпе держать. Так, ладно. Да. Угу. Можно скачать Early Access Preview от C-Line, и он вроде дается на 30 дней. Потом выходит новый ЯП, и так постоянно быть на бета-тесте. Но вообще, в принципе, для студентов я там выдам ключ лицензионно-студенческий, и все будет хорошо. Так, ну а давайте попробуем тут тоже умножить. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас платформа должна начать двигаться очень-очень медленно. Потому что Delta Time это там... Да, все двигается медленно. Теперь мы тогда скорость выставим какую-нибудь большую. Например, 20. Сейчас надо только подобрать один раз скорость, дальше все будет хорошо. О! Надо еще чутка добавить. Так. Наверное, надо раза в 3 увеличить скорость. Вот, 300 хорошее число. Для скорости платформы в каких-то неведомых попугаях. О, нет, это что-то сильно бодро. Хотя, нормально. Все, окей. Отлично. Все, теперь все работает как надо. И даже если у нас FPS будет проседать, ничего страшного не произойдет. Окей, кстати. 30 FPS, отлично, нормально. Так, супер, у нас перемещается платформа. Все есть, что нужно для жизни. Теперь, наверное, надо будет отрисовать шарик и сделать так, чтобы он летал тут по нашему экрану, отскакивал от всех стенок, от платформы, был гейм-овер. Ох, сейчас будет мясо, конечно, в плане программирования, наверное. Будем вспоминать геометрию. Так, ну хорошо, как мы привыкли, создаем класс для шарика уже. У него будут такие же параметры, как у платформы, по сути дела. Это публичные поля, отвечающие за позицию шарика по оси X и по оси Y. И шарик это все-таки у нас шарик, поэтому давайте ему сделаем не ширину и высоту, а просто только ширину, или назовем это радиусом, и все. Вот радиус. Надеюсь, радиус это и есть радиус на английском языке. И тоже будет какой-то цвет. Цвет, наверное, будет не как у платформы, а какой-то другой клевый. Давайте посмотрим, если у платформы у нас цвет был вот этот, кажется, а у фона у нас цвет такой, то пусть у платформ будет четвертый цвет. Ой, у шарика четвертый цвет. Сразу же там сгенерируем... А, скорость еще будет у шарика какая-то. Так как мы сейчас пока договорились, что скорость у шарика будет всегда... так как шарик будет перемещаться у нас... под 45 градусов всегда, тогда скорость по оси x, y у него будет одинаковая, поэтому просто зададим одну переменную, которая называется speed, и все. Скорость, так, с местами, создадим конструктор, который,
создадим конструктор без цвета, потому что цвет мы задали свыше, и сделаем такую же функцию draw. Да. И будем рисовать наш шарик. Это будет опять наш прямоугольник, заполненный цветом определенным. Все будет точно так же, как у платформы. Вообще ничего другого нету совсем. Так, только нам нужно было сконструировать наш шарик в игре. Так, ну по-хорошему, конечно, можно предположить, что у нас возможно существование нескольких шариков в игре. Да. Но давайте пока начнем с малого. Скажем, что у нас пока один шарик. А дальше поэкспериментируем с вами со всякими приколами. Так, говорим, что у нас есть новый шарик. Создаем его. И надо его заполнить. Давайте его поставим либо на платформу прямо, либо посерединке. Вот. Я думаю, что лучше всего поставить на шарик прямо на платформу сверху, чтобы когда он полетел, он сразу же отскочил от платформы, и не было всяких странных эффектов. Так, ну значит, получается, по оси X он будет находиться там же, где и находится наша платформа. Мы скажем, что платформа, ось X. Вот, а по оси Y он будет находиться, платформа Y, только минус половина ширины, высоты платформы и высота шарика. Ох, сложный прикол. Высота деленная на 2 и минус... Это смешно. Ball... Создадим временную переменную. Высота шарика, ball height, которая будет равна... Какая у нас будет? Какой радиус шарика будет у нас? Сколько там? Наверное... 4 пикселя. Так, если платформа 6 пикселей, то шарик, наверное, должен быть где-то 4 пикселя. Не хочу брать нечетные числа, потому что мы там везде делим на 2, поэтому лучше брать четные числа для всяких радиусов, ширин, высот и начальных расположений. Так, минус BR. Так, теперь ширина, высота у нас шарика будет... Ой, радиус шарика это BR наше число. И что еще? Скорость. Скорость будет пусть у нас 600. Мол, быстрее, чем у платформы во много раз. Так, и, конечно же, в нашей функции onRender мы скажем шарик, отрисуйся. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, где я промазал? А, я понял. Не надо было вычитать половину высоты платформы. Вот. Но надо было добавить половину ширины платформы. Так. И вычистил половину радиуса шарика. Теперь у нас будет наш шарик строго по центру нашей платформы. Все вообще классно происходит. Так, ну а теперь нам нужно наконец-то заняться передвижениями самого шарика, чтобы он у нас скакал в разные стороны. Так, что происходит в чатике? Да не, это профессионально. Просто вы будете выступать как бета-тестер Early Access Preview C-Line. Замечательно же. Вам еще скажут спасибо в JetBrains, потому что вы будете постоянно... Он, потому что у вас C-Line будет постоянно падать, и вы будете жать репорт, репорт, репорт. Чудно же. Так, задержка небольшая, судя по всему. Хорошо. Так, теперь начинаем прорабатывать движение шарика. Встаем опять-таки функцию move. Как мы видим, у нас кое-что повторяется постоянно. Это означает, что мы потом, когда будем делать рефакторинг, подумаем над этим. Что тут нужно выделять? Тут, где у нас слишком много копипаста, как там можно навернуть всякие абстракции и так далее. Но для начала мы хотим навернуть просто как можно больше фичей в игру. Будем работать как Intel, скажем так. Intel тоже так делает. Сначала выпускает процессор на новом каком-нибудь техпроцессе крутом, насколько я знаю, TIG так называемый. А потом
Ну и он по производительности вообще не лучше, чем предыдущий. А потом так, когда они не меняют ничего, но зато почему-то производительность подрастает. Вот у нас тоже там бутик, мы накидываем с лопаты фичи, так мы там рефакторим код и делаем все очень красиво. А то мы так архитектуру бы игры прописывали сутки. Move. Ball move. Что ж тут происходить должно? Вообще шарик должен постоянно всегда перемещаться. Вот. То есть получается по оси, X у него всегда должен изменяться. Y тоже всегда должен изменяться каким-то образом. Так. Нет, у нас будет две speed и speed X и speed Y. Скорость туда и туда, потому что это по факту вектор, который определяет направление, в какую сторону летит у нас наш шарик. Например, если по оси X и по оси Y у него скорость равна единичке, то он летит в правый... в нижний правый угол. Вот, если у него скорость по оси Y отрицательно, по оси X положительно, то в правый верхний угол он летит вот туда. Да, 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 вот получается не так. Получается, у нас будет тут speed X и speed Y. Но так как она должна быть одинаковая всегда, только изменяется направление, то мы в конструкторе скажем следующую штуку. Что обе наши скорости заполняются одним и тем же значением speed, который передается как аргумент функции. Вот он. Так, да, да, да. Вот теперь будет все нормально. Так, пускаем. Да, шарик куда-то улетел в космос. Отлично, это то, что мы и хотели. Теперь дальше. Ясно, понятно, что если шарик у нас... Тут мы должны проверить, что шарик у нас внутри комнаты нашей, или как, внутри коробки. Да, и если он касается краев коробки, тогда он должен отразиться от нее. Какие-то должен отразиться. Под нужным углом. Да, и дальше надо будет проверять, что он пересекается с нашей платформой. Как нам это сделать? Наверное, логично, что если у нас по оси X наш шарик оказался меньше либо равный нулю, то его нужно отправить в другую сторону. Или если он по оси X оказался больше либо равным ширине экрана, то его тоже нужно вернуть обратно. Контекст. Тогда скорость x умножаем на минус 1. То есть разворачиваем шарик в другую сторону. И аналогичным образом, если у нас y меньше либо равно 0, или y больше либо равен k, хотя так. Так, ну ладно, это как минимум покажет нам, будет ли шарик отражаться. Ой, что-то пошло не так. Что должно быть? Кажется, я понял, что произошло с шариком. Шарик оказался за экраном. В предыдущем шаге он был перед экраном, в следующем шаге он оказался за экраном. Ему сказали вернуться обратно. Потом спрашивают, а ты где? Он говорит, а я за экраном. И ему опять меняют координаты, поэтому он оказался всегда за экраном. Вылетел, короче, и не может вернуться обратно. Вот, ого, ого. Сложный прикол. Так, что же с этим делать?
Угу. А, я понял. Надо вот что делать. Надо проверять не то, где сейчас находится шарик, а где он окажется после того, как мы применим над ним перемещение. Вот как нужно делать. Поэтому мы вычислим, куда его хотят отправить. Назовем это DX. И сохраним его вот в переменную. DY при вращении по Y. Это наша скорость по Y. Ой. Вот, отлично. Хорошо. И теперь мы проверяем, что если... Y с нижним подчеркиванием плюс dx. Так, хорошо. Если x в будущем окажется вот там, то тогда мы разворачиваем на шарик. Если y в будущем окажется там, то мы разворачиваем шарик. И вот только в конце мы применяем на шарик передвижение. После того, как мы его уже развернули. Так, по факту должно все хорошо сработать тогда. Так, посмотрим. Ой, кажется, скорость шарика сильно большая. Ого. Что происходит? И он лагает. И он прилипает к чему-то. Ох-ох-ох. Так, стоп. Что-то идет не так. Надо подумать. Так, во-первых, сделаем скорость шарика чуть поменьше. А то он какой-то безумный. Сделаем ее 150. Чтобы сейчас посмотреть на происходящее и проанализировать результаты. Так. Угу. Выглядит как какой-то странный баг. Что же мы там сделали-то не так? Давайте-ка проанализируем происходящее. Как можно было на ровном месте допустить такую ошибку? Да, шарик не сработал. Так, ладно, окей, думаю. Значит, у нас есть скорость шарика и скорость по оси x и y. Отлично. Мы вычисляем превращение, которое хотели бы ему сообщить следующим ходом. Угу. Тут мы вычисляем будущие координаты x и y, это вот с чертой в конце. И теперь говорим, что если x меньше нуля, то есть x меньше нуля, это означает, что он вылетает за рамки слева. Или... Если он вылетает за рамку справа, как display width, тогда мы его разворачиваем задом наперед. Логично? Логично. Мы умножаем его скорость по оси x на минус 1. Да. Так, теперь, если то же самое происходит здесь, меньше нуля, и больше, чем... Логично. Так. Но почему он начинает прыгать вообще в каких-то непонятных координатах? Вот что непонятно. Так, так. Ай, ладно, окей, хорошо. Хорошо. Сейчас будем разбираться с этой всей ботвой. Выведем в консоль, что ли, какие координаты у шарика. О, x
А, ой-ой, я забыл их вывести. Смотрю, X написано никакой. Шарик, вернись. Почему ты летаешь? Непонятно как. О, отлично. 34-я строчка. Супер. Смотрим. Классный баг. Мне нравится. Так, сейчас должно работать. Или не должно? Смотрим. Так, ну ладно, он вроде бы прыгает туда-сюда. И немножко подлагивает из-за того, что идет стрим прямо сейчас. И там нет никаких клевых оптимизаций. Но ритмика игры сохраняется. Окей, кажется, работает. Это коммит. Так, а теперь нам нужно будет проверять, что шарик пересекается с платформой. О, вот это уже мясо. Так, значит, смотрите, у нас есть шарик, это прямоугольник, вот у нас есть платформа, это прямоугольник. Отлично. Два прямоугольника. Если они пересекаются, тогда это означает, что произошло столкновение. И это значит, что нам нужно будет наш шарик отразить в другую сторону. Так, а если... Так, а тут два варианта. Если мы напишем просто функцию, которая проверяет, пересекается ли два прямоугольника, то непонятно, куда его отражать, по оси X или по оси Y. Так, можно проверять, что он сталкивается слева либо справа. Слева либо справа с нашей платформой. Тогда, если он, как бы шарик оказался, столкнулся с левой, блин. Ой, это сложно. Давайте сначала простую штуку сделаем. Напишем пересечение двух прямоугольников. Давайте только сделаем это все по-трушному. Создадим класс, структуру rectangle, которая будет хранить информацию о том, как у нас, что такое вообще прямоугольник. Вот, у него будут, значит, следующие параметры. Left, по факту это x, левый x. И у нас есть right, это правый x. У нас есть top, это y верхний, и bottom, да, нижний y. Да. Сделаем просто конструктор, и все. Так, дальше что нам нужно сделать? Нам нужно написать какую-нибудь функцию, которая проверяет intercept. Который проверяет, пересекается ли два прямоугольника. R1 и второй прямоугольник. Так, отлично. Вот. И мы дальше начинаем думать. Значит, что это означает? Что если у нас... Это надо как-то нарисовать где-то. Так. Где можно нарисовать быстро? Где можно быстро чем-то нарисовать? В какой-нибудь тулзе для рисования. Paint Online есть? Я не знаю, там. Либо OneNote, или как-то что называется. На Mac у меня нету Paint, потому что... Вот как можно быть без Paint? Это же совсем Pain какой-то. Давайте OneNote откроем. И порисуем там прямоугольники. Да, пусти меня. Так, все отлично. Заходим в Microsoft OneNote.
Так, мне примерещилось или есть эхо? Напишите, если оно есть. Так, погодите одну секунду, мне нужно вернуться. Так, я снова с вами. Значит, мы с вами... Хотели разобраться, как пересекаются два прямоугольника друг с дружкой. Так, значит, раз прямоугольник есть. И у нас есть еще один прямоугольник. Вот, они пересекаются. Вот эта штука у нас называется left, вот эта штука у нас называется right, это top, это bottom. По оси y. Ой. Угу. Значит, вот они пересекаются, когда у одного из прямоугольников его left находится между left и right другого прямоугольника. И симметрично может быть вот так вот. Что у другого прямоугольника так-то как тут получается. Так, угу. У другого прямоугольника left находится внутри left-right другого прямоугольника. И то же самое у нас происходит для топ-ботом, что топ одного находится между топ-ботом другого и наоборот, когда они меняются местами, скажем так. Теперь нам нужно, по сути дела, это все закодить. Так, intercept. Давайте сделаем функцию, которая проверяет из inside просто два флота. Float value, float min и float max. Ну и мы просто говорим, что value находится внутри этих рамок, если value больше либо равно, чем минимум, and value меньше либо равно, чем максимум. Так, теперь дальше. Из интерсект. Пересечение по оси x. Это если из inside rectangle 1 left, rectangle 2 left, rectangle 2 right. Или из inside R2 left, R1 right, ой, left, left R1 right. И по оси Y это если внутри R1, так, у нас топ находится на самом деле внизу, потому что это же координатные оси в другую сторону растут. Топ у нас всегда меньше. Значит, тут bottom будет. R2 топ. Или копируем все это. То же самое, только симметрично. Для R2 и R1. Ну и пересечение есть, когда x и y
пересекаются. Оба. Все. Из интерсект есть. Теперь, получается, мы здесь, внутри нашего шарика, можем проверить, пересекается ли шарик и наша платформа. Как бы нам это сделать? Это, получается, нам надо, чтобы шарик знал информацию о платформе. Мы можем просто шарику передать информацию о платформе, то есть передать по указателю платформу нашу, либо сделать как-нибудь еще очень-очень хитро все. Ну, давайте по-простому сделаем. Скажем, что у нашего шарика есть константная платформа. Так, одну секунду. Посмотрим, что происходит в чатике. О, в чатике тишина, клёво. Ой, сори. Я только не могу понять, почему я слышу эхо. Какие-то странные спецэффекты есть по Твиче. Ладно, хорошо. Давайте, если кто-нибудь есть живой, напишите что-нибудь в чатике. А, вы тоже слышите это эхо? Чего же вы не писали, что тут есть какое-то эхо? А почему оно может быть? Интересно. Так, если я вот так сделаю, будет ли оно или нет? Так, ну-ка, сейчас есть эхо или нет? Так. А, я понял. Я не знаю, почему это происходит. Я, когда включаю сам на Твиче саму же трансляцию, смотрю ее, тогда я слышу эхо. А когда я не включаю, то, кажется, все хорошо происходит. Ну ладно. Примем это как. Так и должно было работать. Окей. Все. Тогда возвращаемся обратно. Значит, у нас есть шарик, у него есть ссылка на указатель на платформу. Платформу. Для того, чтобы можно было спрашивать у платформы, где твои координаты, где ты находишься. Ой-ой-ой. Класс Бол ничего не знает про платформу, потому что он объявлен выше. Вот, начинается всякое мясо. Так, вот шарик теперь должен знать про платформу что-то. Вот, хорошо. Теперь в конструктор шарика мы передадим указатель платформы нашей. Так, поэтому, когда мы создаем шарик, мы еще, да, скажем, вот она, наша платформа. Теперь мы можем сделать этот финт ушами. Теперь мы можем узнавать информацию о платформе. Платформа, отлично. Но нам понадобятся вот эти наши прямоугольники. Поэтому мы создадим на стеке парочку прямоугольников. Ну, в принципе, никто не будет переживать. Ball Rectangle. И у нас будет еще rectangle, который будет платформ rectangle. В принципе, их можно будет и не создавать, но да ладно. Потом разберемся. Итак, ball rectangle состоит из чего?
позиции по оси X, Y. Потом топ А, о, вон как, X плюс радиус, Y, топ. Что-то я запутался с тем, что называется топом и ботомом в наших системах координат. Что-то теперь вообще какой-то кошмар происходит. Ой. Так, платформа, точка. Ее X, платформа. X плюс, платформа. X. Дальше. Платформа Y. Платформа. Вот, скорее всего, так. Если из интерсект шарик и платформа, если они пересекаются, тогда мы меняем speed y на противоположную. То есть он отскакивает наверх. Это тут будет такой смешной спецэффект вообще, если мы так сделаем. У нас шарик может застревать внутри платформы, так как он может сбоку в нее как бы войти. Вот сбоку стукаться, мы говорим, что он должен прыгать вверх, а не вбок. И из-за этого он как бы прыгнет внутрь платформы. Потом он оказывается внутри платформы, и шарику говорят, что ты должен полететь вниз. Он летит вниз, а потом ему говорят вверх. И вот так он будет стучать. Я надеюсь, сейчас у нас получится словить этот спецэффект смешной. Вообще прикол. Так, тут только надо было не иксы использовать, а иксы в будущем для шарика. Игреки в будущем. Ну что такое? Ой-ой. А, понятно, понятно. Мы просто скажем, что xy это float. Там, оказывается, g-дельта это double h. Ну, тут нам нужно это округление. Нам нужно потерять информацию, поэтому не переживаем по поводу этого. Запускаем. Что-то пошло не так. Прям как обычно. А, ну да. Угу. Угу. Так, запускаемся. Стоп, что? А, ну вот, ладно, понятно. Мы перепутали, что есть вверх, что есть низ. И вам... А, стоп, нет, у нас же координаты в другую сторону растут. Надо было все поменять местами. Y плюс радиус. Минус радиус. Это будет... Сейчас. О, он отскакивает не от самой платформы, а где-то выше ее. А, ну понятно. Так. Бам. О, вот это эффект смешной. Бам. Ну давайте отлаживать теперь вот эту ситуацию, связанную с пересечением наших прямоугольников, которые пересекаются не так, как мы хотим, немножечко. Ну-ка. Да нет, все работает корректно. Так, ну ладно, хорошо, давайте теперь разбираться, что тут происходит не так у нас со столкновением наших платформ. Это вообще веселье еще то. Значит, наш шарик
его позиции по оси X в будущем будут здесь. А, то есть в будущем он будет там, и он пересекается, поэтому он отскакивает. Так. X плюс радиус. Ну, это понятно. Это просто его ширина. X плюс его ширина. Так, давайте откроем снова. Нашу записную книжку магическую, в которой мы можем хоть что-нибудь рисовать и представлять в голове, как это работает. Так. И у нас есть наш шарик по оси Y минус радиус. Так, а у ректангла это одна штука является топ, другая ботом. Угу. Так. Как тут все это стереть? Наверное, вот так вот. Все стереть. Нам ничего не нужно. Теперь думаем. Значит, топ и ботом. У нас координаты растут вот следующим образом. Вниз. Игреки идут. Поэтому... Если бы мы жили в нормальных координатах, когда Y растет наверх, то топом будет являться вот эта штука. Та, которая внизу. А это та, которая наверху ботом. То есть все шиворот на ворот. Так, ну left и right у нас все те же самые остаются. Окей, хорошо. Так, получается, если у нас есть... Поэтому, когда к нам приходит, мы создаем ректангл, и Y у нас это левый верхний, это по факту у шарика Y, это вот эта вот штука, ботом. Тогда все было правильно написано. Так, как мы отрисовываем объекты? Угу. Тогда по факту, чтобы нарисовать ботом, нам нужно из топа вычесть радиус. Угу. Но у нас Y это и так есть вот эта штука. Поэтому мы должны прибавить радиус. Так, а у платформы та же самая ситуация. Мы знаем вот эту штуку как платформа Y. И мы должны из нее, для того, чтобы сгенерировать кого? Так, как мы конструктор? Ботом. Мы должны вы... Это вообще легально? Как можно стримить программирование? Там же постоянно тупники случаются. Ты сидишь, вдупляешься, и нужно это еще и комментировать. Как люди это делают? Не представляю. Так, ну вроде похоже на правду. Вот, у нас шарик отскакивает. Оп! О, вы видели этот спецэффект? Нет, конечно, не видели, у вас у всех свернут браузер. Ну-ка вот, зацените. Так, не получилось. А-а-а! Черт, да это скилл особый надо иметь. По-моему, эту фичу нужно... Черт, не получилось. Эту фичу нужно оставить. Типа на скилле захватывать шарик. О, кстати, у нас платформа может уехать за экран. Так, это не дело. Это не дело. Надо проверять в движении платформы, что она не укатилась там, куда не нужно. Так, что у нас платформа? Move. Так. Если позиция по оси X у платформы меньше, чем 0 плюс ее ширина, если меньше, чем ширина,
меньше либо равна. Тогда мы не должны двигаться влево. Угу. То есть получается и больше вид. Вот все получается. Только если у нас нажата кнопочка button key left и наша позиция по оси x больше, чем вид. То есть это означает вот что. Так. Жух. Затираем все. То есть получается, если у нас платформа такая подъехала, ее позиция по оси x... А, вот. Да, вид не нужен. И x больше, чем 0. Вот. Если больше, чем 0, то есть она находится вот здесь, вот, платформа, то в этом случае мы можем, то, и это больше, чем 0, то мы можем двигаться влево. Вот в этом случае тут больше, чем 0. Вот. А в этом случае она равна 0. Получается, мы двигаться влево не можем. Все, понятно. И с другой стороны, x меньше, чем... То есть у нас вот такая ситуация... Это позиция, это x, это width, это display height. Должна быть меньше, чем display get display width context. Из него вычесть ширину лопаточки. Вот, она должна быть больше, чем позиция по оси x. Так, проверяем. Все, оп, работает, отлично. Так, мне нравится, что экран открывается, он маленький, хочется его сделать каким-то большим сразу же по умолчанию. Так, разберемся, как это сделать. Так, в конфиге что у нас есть интересного? А, у нас там есть только full screen сделать, ну отлично. Можем просто сразу же всегда игру открывать на full screen. Наверное, это то, что мы не хотим, нам придется сделать. Так, передадим конфиги arcanoid и скажем, что true full screen. Ну-ка, проверяем, как это работает. Пускаем. Компиляция. Бам! Игра full screen сразу же открывается. Супер! Огонь! Закрываем эту тему. Наверное, так будет удобнее смотреть на все. Так, отлично. Платформа катается, от платформы отскакивает. Такое ощущение, что уже игра готова. Можно просто сидеть целый день и... гонять в нее. Хм. Нету никакой вариативности. Что-то как-то грустно все. Не весело. Надо сделать, чтобы шарик катался быстрее, летал быстрее. Наверное. А то как-то совсем скучно. Ну ладно, давайте кирпичи что ли сделаем. Или сколько у нас времени там прошло со стрима. Будем делать кирпичи или нет? Надо вообще сделать коммит. Так, вообще откуда у нас мастер есть, я не знаю, этот репозиторий, srf, git init, git add, точка, commit, минус m, add platform, упушить еще пока некуда, я не создавал репозиторий для этой игры. Так, что у нас происходит в чатике? Че, опять что ли упал стрим? А давно... Так. А, почему тут не пишут время в комнате? А, нет, пишут. Пять минут, как стрим упал. Но вообще он пишется. Ну-ка, давайте посмотрим, что происходит. Нет. Ой-ой-ой.
Twitch инспектор нам поможет. Так, ну ладно, стрим должен был перезапуститься. Конечно, интересно. Конечно, интересно. Почему иногда стрим, так сказать, пропадает? Вот, то есть там на 5 минут он просто отвалился. У меня OBS говорил, что у него килобит в секунду там 100, вместо вот как сейчас нормальной скорости. Черт его знает, что это происходит в тот момент. Да ладно. Так, интересно, на чем мы остановились? Наверное, вы пропустили тот момент, когда я просто делал git commit, ну и слава богу. Вот. По факту у нас есть в игре платформа, она умеет двигаться. Есть маленький какой-то смешной баг, когда у нас шарик попадает внутрь платформы. Вот. И, по сути дела, все. Вот. Мы умеем сталкивать прямоугольники. Можно накидывать кирпичи. У нас платформа, кстати, не уходит за границы экрана. Это хорошо. Но у нас нету гейм-овера. В принципе, можем сделать какой-нибудь типа гейм-овер. Быстро. И подумать, что будем делать дальше, и будем ли мы делать это сегодня еще. Так, ладно, хорошо, у кого это будет информация? Факту шарик задает нам условие гейм-овера. Когда шарик вылетает вниз полностью, тогда, по сути дела, вступает гейм-овер и все. Вот. А принять решение, что делать с этим гейм-овером, должно по факту вот это вот приложение. Вот, там что-нибудь отрисовывать по-другому или еще что-то делать. Поэтому, ну, давайте сделаем у шарика переменную. Ох, у нас, конечно, вообще не true архитектура. Создадим переменную gameOver. Так, if gameOver, которая по умолчанию равна false всегда. Что логично. Да, создадим переменную из gameOver. Из gameOver. Смешной прикол. Так, из gameOver. gameOver. Так, отлично, хорошо. И в нашем муви примем решение, что если наш шарик улетел далеко-далеко в космос, тогда, собственно говоря, все. До свидос, ребята. Например, здесь. Когда мы уже пододвинули шарик, все честно. Заранее не принимаем решение. Если наш Y оказался меньше нуля. Ой, не меньше нуля. Больше, чем display height. Высота нашего дисплея. Тогда все, ребята.
Это game over равно true. Все, до свидания. И в нашем onRender просто-напросто мы всегда, если у нас ball из game over, тогда мы здесь будем делать какую-нибудь дичь. Например, рисовать разноцветный экран. Вот, вот так вот сделаем. Угу. Или не будем такой, так, таким заниматься. А, ладно, давайте. Мы скажем дичь плюс плюс процент лен и return. Типа все, мы только этим занимаемся. Так, посмотрим, как это будет выглядеть. Ой. Ну да, конечно. Мы не даем шарику опуститься вниз, он отскакивает от дна. Окей, хорошо. Мы тогда это не будем делать, эту проверку. Отлично. Супер. Вот так выглядит гейм-овер в нашей игре. И выйти из нее невозможно. Все, конец хода. Теперь только закрывать окно. Да, я считаю, это успех. Так, что у нас происходит? Да, именно так. В принципе, тут можно как-нибудь похитрее прибавлять дичь. Не просто плюс-плюс, а, скажем так, плюс там время какое-то. Тогда будет не так сильно дико меняться цвета. Ну да ладно. Оставим так. Хочется, конечно, создать кирпичи. Еще хочется создать много шариков, чтобы их было куча. И они все летали. Ой, а мы же гейм-овер сделали в шарика. Как мы теперь сделаем несколько шариков? Сложно. Сложно. Черт. Я об этом как-то не подумал. Если мы захотим сделать много шариков в игре, то шарик не имеет права говорить, ну, как бы, держать какую-то переменную game over. Получается, game over нужно держать в какой-то другой штуке. Ладно, хорошо. А шарик может выставить этот game over, а может не выставить этот game over. Причем где-то вовне будет храниться список всех шариков, которые хранятся. Если у нас остался последний шарик, и он уничтожился, то это game over. Вот. Во, вот так должно быть. То есть мы должны не говорить game over, мы должны шарик уничтожить, скажем так. Вот. Шарик нужно уничтожить. А если мы уничтожили шарик, то... Так. Сложно как-то. Надо как-то это сделать изящненько, так красивенько. Вот так вот сделаем из... Мы выставим переменную shoot-destroy, что типа этот шарик нужно уничтожить. Если шарик вылетел за экран, то мы говорим, что нужно его destroy-нуть. И спрашиваем, как бы, так, shoot-destroy. И возвращаем shoot-destroy. Вот, отлично, хорошо. По факту тут у нас будет не game over, а shoot-destroy. Теперь мы можем создать много шариков. Давайте создадим много шариков, что ли. Будем использовать список шариков. Много-много шариков. Для того, чтобы нам создать шарики, нам нужно их хранить в некотором массиве. Вот для этого мы заинклюдим вектор. Так, вот вектор, отлично. Вектор к нам приходит. Мы говорим, что у нас есть вектор из всяких разных шариков. Вот, отлично. Не один шарик, а много разных шариков. И в onCreate мы возьмем сейчас и насуем туда кучу шариков. Pushback. А давайте. Так, или так. Так или так. Давайте так. Вставляем туда шарик. Пока один.
пока что один. Поэтому в нашем onRender мы должны сказать for по всем шарикам, проитерируемся. Что тебе не нравится? А, понятно. И вызовем над ними draw и move. Все, типа, весьма понятно и обычно. Уберем пока вот это вот спецэффект наш. Дичь нашу закомментируем. Это была такая временная мера. Ой-ой-ой. Точку запятую забыл поставить. Угу. Угу. Запускаем. Так, один шарик есть. Это хорошо. Давайте создадим еще шарик. Да, кстати, вы, наверное, могли... Да, внимательный зритель мог обратить внимание... Внимание... Что мы здесь вообще не чистим память, потому что память чист... Зачем это вообще? Что? Чистить память? Это для слабаков. Почистим как-нибудь потом. Это проблема наших будущих, я, а не нас. Пусть кто-то другой чистит за нас память. Так, давайте расположим наши платформы еще в каких-нибудь непонятных местах. Ой, эти фотошарики. Например, не в центре, а где-нибудь еще. Так, допустим, шарик сместим на 10 пикселей вправо. Еще один шарик сместим на 10 пикселей влево. И еще один шарик на, я не знаю, там, на 20 пикселей влево и 20 пикселей вправо. Спускаем. Посмотрим, как это будет выглядеть. Воу-воу-воу-воу. О! А в это удобно играть? Ой, нет. Один шарик у нас исчез. Больше мы его не увидим. А почему они перемещаются? А, я знаю, все. Все, я знаю, как решить эту проблему, все хорошо. Оп. Так, давайте пропустим эти шарики. Значит, вот в этот момент, сейчас, наши шарики все телепортировались. Они все умерли, и их нужно на самом деле было уничтожить как-нибудь. Да, так, окей. Значит, как нам это сделать? Как нам уничтожать шарики? И вообще, зачем они там продолжают перемещаться, если они уже... умерли. Это ж нелогично. Так, ну, во-первых, рисовать и двигать шарики нужно только в том случае, если этот шарик не должен быть уничтожен. Точнее, если он должен быть уничтожен, тогда мы скипаем эту ситуацию и не обрабатываем шарик. Просто не рисуем, он должен исчезнуть. Вот, сейчас увидим это. Бам, все, шариков нету. Потому что они должны быть уничтожены. Все. А в другом случае рисуем. Следующим шагом. Мы должны, по сути дела, взять и уничтожить эти шарики, которые помечены флажком Shoot Destroy. Угу. Там есть, насколько я помню, классные функции для удаления объектов из массива. Всякие разные классные. Так. Что-то я забыл, давно я не пользовался вектором. Но обычный рейс, кажется, нам не поможет. Сейчас загуглим документацию по C++. Рейс, лист рейс. Ой, не лист, вектор рейс. Вектор рейс. Как он работает у нас? Угу. Так, удаляет элемент на данной позиции. Так. Угу. Так, вот тут у них пример, и что у нас есть вектор из чисел. Мы их выводим на экран, потом удаляем первый элемент. Потом удаляем со второго по пятый элемент. Так, ну это все хорошо. И видим результат. А мы хотим удалять произвольный элемент, у которого выставлено Shoot Destroy. Там была какая-то штука для того, чтобы это правильно удалять.
Давайте вот сила чата. Каким образом нам эффективно удалять из вектора шарики? То есть нам нужно удаленный шарик отправить в конец списка и отрезать конец списка, по сути дела. Это самое правильное решение. Либо мы можем запоминать индекс этого шарика и потом по факту удалять по индексу, что ли, вектор. Давайте вспомним это. Shift to fit, erase, and place. Вот erase нам подходит. Только что-то как-то не очень хочется так в лоб это прям удалять. Ладно, давайте тут напишем пока тудушку. Удалить шарик. Потом почитаем, как это сделать лучше всего. Так, шарик и толпу шариков мы тоже удаляем. Единственное, что мы можем здесь проверить, это авто 0 live balls равно нулю. Вот. Live balls плюс плюс. И в конце, если live balls равно нулю, то по факту это game over. И тогда мы, например, закроем игру. Давайте проверим, что это работает. Хотя бы так. Для начала. Импорт. Все. Собираем проект. Так, ну вот. Пропустили несколько, осталось еще парочка шариков. Еще ничего не закончилось. Теперь пропускаем последний. И все, приложение закрылось. Ну да, отлично. То есть работает Game Over. И подсчет количества шариков, которые должны быть уничтожены. Теперь у нас может жить в игре много шариков. И если один из них отваливается, то это еще не гейм-овер. Нужно, чтобы отвалился именно последний. В принципе, тут логику можно будет реализовывать. Что-то я сейчас сходу не могу вспомнить. Не так много программирую на плюсах, чтобы сделать это хорошо. Я помню, что там были какие-то подводные камни с удалением массивов, с удалением элементов из массива. Вот. Не хочется сейчас тут написать какую-нибудь совсем уж грязь, которая будет странно работать. Вот. А надо спокойно почитать это все. Как сделать. О. std remove if. Ну-ка. Так. Remove if. Это в алгоритмах, да, лежит? А, вот. Алгоритм remove if. Forward table. О. Так. Remove if. А, он принимает на вход значение, с которым будет сравнивать. А нам нужно, чтобы... предикат умеет принимать. О, ну отлично, сейчас удалим тогда элементы из нашей коллекции. Так, подключим библиотеку алгоритм. Include алгоритм. Отлично. Вообще, бутяк зарешал. Так. Remove std remove if. Вот. И говорим, что у нас есть наши шарики. Так, balls begin, balls end, and. И мы хотим здесь написать нашу лямбду const ball. Там у нас кто? Указатели. Так, кажется, так надо было сделать. Так, а что он... The value written by the function should be used. Да, не обязательно же. Так, что у нас возвращает оно?
Так. Ну-ка, после того, как мы это сделали, сколько у нас шариков-то будет в итоге? Так, ну-ка давайте. А, нет, звук не пропал. Я просто задумался. Сейчас проверю, что звук работает. Нет, все нормально. Просто это я очень сильно задумался над тем, что происходит здесь. И над тем, как работает RemoveIf и все остальное. Такое ощущение, что оно вращает новый итератор для того, чтобы сделать, вызвать Erase, собственно говоря. Типа, что такое? А, у него не переопределена. Чё? Короче, замучила мне эта штука. Не помню, как с этим работать. Так что отложим пока эти темы. Не надо было вспоминать про это. А то теперь как стрим смотреть? Давайте лучше сделаем так, несколько. Так, что, на сколько вообще времени стрим весь шел? Мы начали где-то в 3:20, полтора часа. Угу. Ну так, на реализацию шариков, скорее всего, мы потратим еще минут 30. Ой, на реализацию кирпичей я имею в виду. Вот, и после этого можно будет закруглиться, наверное. Давайте еще минут 20 попробуем сделать по-быстрому кирпичи. И закончим тогда. Так, создаем кирпичи. Кирпичи, кирпичи, кирпичи. Брик, наверное. Назовем это. У них также есть позиция по x, y. У них также есть ширина и высота. Но у кирпичей, слава богу, нету скорости. Угу. Они просто будут находиться на месте. Поэтому их отрисовка будет совсем простая. Так, ну цвет, кстати, цвет. Цвет можно создавать им всякий разный случайный. И это будет наш прикол, наверное. Вот, поэтому цвет мы заполним через конструктор. И когда кирпич будет создаваться, то цвет его будет меняться, например. Чтобы было веселее. Для начала все они будут одного цвета. Да-да-да. Так, одного цвета. Давайте посмотрим, как выглядит оригинальный арканоид. Что там вообще происходит?
Капюшон. Арканоид. Как он отрисовывался вообще? А, у каждого кирпича была какая-то рамочка красивенькая, вокруг которой он вырисовывался. Это логично, логично. Мы можем тоже точно так же сделать. Аккуратненько. Угу. Рамочка будет какого-нибудь черного цвета, да? У них у всех. В самом простом варианте. А, либо делают какой-то там псевдо 3D. А что-то я тут не вижу арканоидов, в которые я играл на компе, на своем. Странно. А, либо вообще делают вот так вот кирпичи прозрачными. То есть они стоят плотно, но не совсем плотно. Кстати, мне так больше нравится, чем делать какие-то черные полоски. Лучше пусть будет прозрачность какая-то такая. Он будет выглядеть чуть-чуть более миленько. Так, теперь дальше. Значит, получается, у нас будет также функция draw, которая просто отрисовывает этот прямоугольник. Но не просто так, а посложнее. Так, не отсюда скопировал, надо отсюда скопировать. Но не просто так. Мы хотим сделать так, чтобы они рисовались в какой-то позиции, но с пропуском небольшим. Поэтому мы будем рисовать кирпич чуть-чуть на один пиксель правее, чем он должен быть. И ниже, чем должен быть. И чуть меньше по ширине, и чуть меньше по высоте. А, минус 2 по ширине и высоте. То есть получается один пиксель, это будет припуск такой, так называемый. Давайте пока просто их отрисуем, что ли. Создадим вектор из шариков. Ой, вектор из кирпичей. Так, вектор или матрица? Вектор или матрицу. Если это будет вектор, то нам нужно будет итерироваться по всем кирпичам, для того, чтобы понять, с кем конкретно столкнулся наш шарик. А если это будет матрица, то мы просто из координат вычисляем, с кем он должен столкнуться. Угу. Так, но все равно нам нужно будет понять, что... Да. Сложный момент. Опять-таки. Давайте сделаем сначала в лоб, так как проще всего это делать. А потом недельку подумаем и красиво решим все. Брикс. А сейчас у нас будет просто список наших кирпичей. Значит, наши кирпичи в начале игры создаются. Каким-то образом там много-много кирпичей. Делаем пушбэк. New. Brick. Угу. И он хочет знать, во-первых, какого он цвета, и где он должен располагаться, и какие у него размеры. Во-первых, мы создадим какую-нибудь тут временную переменную brick width и brick height. Так, по оси X, Y, где они будут располагаться. Так, ну это, конечно, интересно. Позиция по оси X и Y нужно было бы каким-нибудь образом высчитывать. И вообще тут лучше бы сделать какой-нибудь цикл. Так, от нуля до, например, мы хотим нарисовать 10 кирпичей. Угу. И добавляем этот кирпич в наш список кирпичей. Так, его позиция по оси X будет в начале равна нулю. Угу. И потом мы берем ширину кирпича и умножаем на I. Вот. Получается, следующий кирпич будет в упор к предыдущему находиться. Вот. И начальный припуск, там, например, на 10 пикселей от края... На, ну, 20 пикселей от края платформы будет. Это все. А, давайте посчитаем, кстати. У нас 256 ширина экрана. Угу. Например, мы хотим, чтобы у нас в один экран влезало... Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ой, одиннадцать. 16, если блоков, чтобы влезало, то получается мы можем их насоздавать 8... Так, не 8, 16 штук, да. Ну давайте попробуем так сделать. Мы хотим создать 16 кирпичей. Тогда ширина одного кирпича будет
16. Так, ширина одного кирпича пусть будет, например, 8 пикселей. Посмотрим, как это будет выглядеть. И теперь, получается, мы проитерируемся. А припуск начальный у нас будет нулевой. А, нет, 14. Тогда наш начальный припуск будет это сам кирпич. Поэтому мы здесь будем итерироваться не от нуля, а от единицы до 14. Ой, до 15. Так, вот. Дальше. Позиция Y у них будет какой-нибудь Y. А, какой-нибудь G. То есть, если мы будем делать несколько рядов кирпичей, а не один ряд, это тогда будет высота кирпича умножить на G. Ну, давайте. Чего-чего? Угу. Да, все правильно. Так, еще нам нужна ширина и высота. Так. Break width. Ну, Привет. Да. Координаты случайные можно было бы сделать, но что-то как-то это сложно сделать. Потом продумаем. Вообще, хотелось бы, конечно, уровни не случайно генерировать, а файлы сохранять и из файла скачивать. Так можно надизайнить там штук 10 уровней и все. А случайно распихивать, например, бонусы в эти кирпичи. А кирпичи случайным образом располагать на экране как-то опасно, они там располагаются как-нибудь криво и все. И будет неиграбельно и неинтересно. То есть это будет непрогнозируемый геймплей, скажем так. Я бы не очень этого хотел. Так, ну и какой-нибудь цвет надо будет еще выбрать. Так, сейчас мы его, может быть... Вот цвет можно как раз-таки случайным образом выбирать. Какой-нибудь там цвет задать. Не знаю, можно, в принципе, либо из палитры выбирать любой какой-нибудь цвет. Давайте из палитры. Из палитры выбираем цвет. Какой-нибудь и умножить на G процент на палитры. А, только не очень хочется, чтобы там попадались эти черные и белые цвета. Ладно, оставим так. Окей. Сейчас посмотрим, как это отрисуется, и потом поправим. Кирпичи, кирпичи, кирпичи. Теперь мы также тут пройдем циклом по всем кирпичам. Которые у нас есть. И отрисуем их. Чуть-чуть не нравится. А, понятно. Brick, draw, context. Все. Мне не нравится, что он как-то... А, ну ладно. Так. Запускаю все. Так, ну вот наши кирпичи рисуются. Они как-то там расположены. Так, как мы хотели. Только что-то цвета мне не нравятся у них. А что с цветами-то случилось? А, там ноль. Все, я понял, почему. Где мы там делали? Вот, мы... Жу у нас просто равен нулю, поэтому цвета кирпичей все одинаковые. Поэтому мы можем тут сказать, двигаемся от одного до двух. Тогда, если мы сейчас все отрисуем, то у нас кирпичи всех разных цветов. И даже есть невидимые кирпичи, вон, вы видите, как проходят насквозь наши шарики. Вот там невидимый кирпич. Вот, именно поэтому я не хотел делать перебор цветов из ограниченной палитры, потому что там могут встретиться вот цвета, которые мы уже используем, например, для фона или еще для чего-нибудь. Либо кирпичи цвета нашего шарика и что-то подобное. Ну, не очень клево, по-моему. Надо как-то палитру ограничить еще меньше и выбирать вот цвета из суперограниченной палитры какой-нибудь. Вот и все. Кроме наших цветов. Ну, это можно потом сделать. Там интересно. Это не так интересно. Так, и мы по факту можем, например, заполнить не один ряд, а 4 ряда.
Посмотрим, как это будет выглядеть. Да, вот. Ой-ой. Я проиграл просто. Вот. Вы видите, что у нас кирпичи как-то там нарисовались. Всяко разно. Типа классно вообще. Вообще огонь. Все, теперь просто второе дыхание открыл для того, чтобы рисовать все дальше. Теперь очень хочется сделать так, чтобы они уничтожались. Ну или они уничтожались. Мы же так и не научились удалять из вектора. Ага. Сделаем хотя бы, чтобы они просто не рисовались. Так, значит, кирпич. Ну, надо полагать, что не кирпич должен проверять, сталкивается ли он с шариком, а шарик все проверяет. Но что-то у нас шарик — это какой-то божественный объект. Я просто понял, что у нас шарик — это сосредоточение всей бизнес-логики. Это, конечно, плохо. Это просто кошмар какой-то невозможный. Ну, что поделать, что поделать. Так, тут хотелось бы, конечно, все разбить на кусочки, этот код. Слишком тут что-то много всего происходит. Прям много-много всего. Сделаем вот что. Нас создаем много мелких функций, которые что-то там внутри делают. Например, будет функция apply movement, которая, по сути дела, просто возьмет и вызовет этот код. Зачем я это все разбиваю? Для того, чтобы просто было понятно, за что вот этот кусман кода отвечает. И все. Чтобы не париться. Не читать вот большую простыню и думать, а что ж тут происходит на самом деле. А чтобы вот быстро глянуть, понятно, apply movement применяется в конце. Хорошо, ясно. Так. Функцию checkDestroy, которая, по сути дела, вот это делает у нас. Все. Ничего особенного не делает она. Так, ну вот я вижу, что нам приходится везде с собой таскать контекст. Надо будет что-нибудь с этим сделать. Например, контекст передавать как параметр конструктора объекта. Все равно мы все создаем внутри контекста. Так что зачем нам эта морока? Дальше мы хотим отражение определять перемещение. Ну, то есть у нас должна быть функция какая-нибудь void check border collisions. Так, можно ли отдельно прописать объект, который все столкновения в нашей игре обрабатывает? И лучше не с него начинать? Вообще можно. Так. Можно ли отдельно прописать объект, который все столкновения в нашей игре обрабатывает? И лучше ли не с него начинать? Да, можно сделать. Так на самом деле и должно происходить. Должна быть даже это не объект. Ну да, это объект система. Система коллизий. Она просто-напросто внутри себя знает всю информацию о всех физических объектах. Физические объекты — это те объекты, которые по факту могут как-то сталкиваться и реагировать друг с дружкой. Вот. И эта система просто берет и перебирает все эти объекты каким-нибудь очень умным образом для того, чтобы не делать там много перерасчетов. И... Ой. Ого. Ого, да тут что, спамеры появились, что ли, в Твиче? Вот это кино. Вот это кино. Ну ладно. Надо будет их поудалять потом отсюда из чата. Так вот. И все объекты игровые, которые должны сталкиваться, должны обладать некоторым свойством. Либо компонентой физичности. И все. Получается, наш шарик обладает компонентой физичности. Кирпич и платформа. И по факту стены комнаты можно сделать просто какими-нибудь тонкими поверхностями, которые тоже обладают этой физичностью. И дальше мы не в каждом объекте нашем игровом проверяем, а с кем он там сталкивается, а просто говорим, что вот ты обладаешь таким физическим телом. А игровая система просто на каждый кадр, либо на каждое обновление физического движка должна проверить, какие компоненты с кем сталкиваются.
и синтезировать, я не знаю, события, например, какое-нибудь, о том, что произошло столкновение вот этого объекта с этим объектом. На основе этого, скажем так, события, может быть, дальше бизнес-логика игры там что-то делает. Например, если произошло событие о том, что столкнулся компонент, шарик с компонентой платформы, тогда мы там говорим: компонента шарик, ты там, пожалуйста, отразись в нужную сторону, куда там надо. Вот ты столкнулась при таких условиях. В принципе, так и делают. И я думаю, это мы дальше проработаем, когда будем прорабатывать архитектуру уже и думать над тем, как все это делать лучше, масштабнее. Я думаю, когда нам придется добавлять много разных видов кирпичей и всякие спецэффекты добавлять игровые, работать над тем, чтобы ничего не тормозило, тогда мы над этим подумаем. Вот. Но просто сейчас мы хотим, в принципе, увидеть, что у нас постоянно повторяется, где копипаст в нашем коде вечный, и, используя эту информацию, потом как раз составить уже более-менее хорошую архитектуру для данной игры. Думаю, так и сделаем. Так, теперь интересно, как тут удалять спамеров. Не знаю, тут нету кнопочки удалить сообщение, но есть кнопочка заблокировать чувака. Все. Этого нам будет достаточно. Угу. Так, как у всех вообще дела? Напишите там в чатик. Там. Уже устали смотреть, как кто-то программирует игру или нет? Захотелось самим пойти и закодить, я не знаю, хотя бы не Арканоида, но Пакмана или Марио, или там, я не знаю, Бомберменов написать. Так, а тут мы проверяем столкновение с краями нашей платформы. Так, ну-ка, где-то X и Y здесь использовались еще? А, ну да, использовались. Использовались. Так, а теперь еще вынесем отдельную функцию, которая будет проверять коллизию с платформы. Check platform collision x context x, y в будущем. Копируем вот этот кусок кода, переносим его вот сюда вот аккуратненько. Форматируем код. Так, все более-менее хорошо, красиво выглядит. Запускаем. Угу. Все работает, игра завершается, когда гейм-овер случается. Ну все, клево. Клево. Вот. Получается, сначала мы проверили коллизии с рамками экрана, потом проверили коллизии с платформой, потом мы применили передвижение, и потом проверили, надо ли уничтожать данный шарик или нет. Вот и все. Так. Ну и по сути дела, мы должны здесь где-то сделать чек Brick Collision. Collision. Это уже интересный момент, потому что, по сути дела, это означает, что на каждый кадр наш шарик конкретно должен проверить, а должен ли он столкнуться с какой-то с каким-то из кирпичей. Ох, ну да. Угу. Получается. Так, ну там понадобится будущий XY. Это означает, что нам, по сути дела, нужно хранить ссылку на список всех кирпичей на экране. Угу. Ну да. И, по сути дела, если у нас добавится еще один шарик, то каждый шарик будет проверять эту информацию о себе. Музыку убрали.
Я, кстати, не знаю, она слышна или нет. Так, ну-ка. Так. Ой, слишком громко сейчас, потише сделаю. Ой, слишком громко сейчас, потише. Так, думаю, так будет хорошо. Так, думаю, так будет хорошо. Угу. Самое обидное, что я свою музыку не слышу, она играет для вас. Я ее могу слышать только когда я включаю подключаемый наушник, включаю запуск трансляции, тогда появляется эхо какое-то. Хотя, кстати, оно не должно появляться. Это интересно, почему это происходит. Ну ладно. Так, значит, возвращаемся обратно. Даем переменную, которая проверяет коллизии с нашими кирпичами. Так, это приватная функция, потому что не подразумевается, что кто-то ее вообще, кроме нас, кроме нашего класса, будет вызывать. Поэтому она выше паблика находится. Так, и здесь нам нужен список всех объектов. Окей. Const std. Там вектор вроде бы был. Ой, брик. Угу. Кстати, const или не const? А, нет, пусть будет... Вектор-то константный, все нормально. Так. Добавляем наш кирпич в конструктор. Все, теперь у нас есть информация о кирпичах. И когда мы создаем шарик... Ого! Что за инсталайзер? Что? Что? А, угу. Мы должны туда отправить еще список наших кирпичей. Получается, кирпичи должны создаваться до того, как создадутся все шарики. А, нет, не обязательно. Это, мы же отправим туда ссылку на вектор, и поэтому, если потом в этот вектор чего-то напихали, то он там автоматически становится доступным. Да, сложная фишка. Что-то мы тут наворотили. Какую-то кашу. Да ладно. Только импровизация, только хардкор и тупники в прямом эфире. Так, все должно компилироваться и не падать. Так, отлично, ничего не падает, все хорошо. Значит, мы не сломали ничего. Это уже успех. Мне не нравится, что шарики появляются и летают одинаково. Это как-то не прикольно вообще. Ни разу. Мне вот так это не радует. Где там у них x, y, радиус, 150, скорость. Это вот не прикольно вообще. Ни разу. Ой, я, кажется, там не то вычел, как всегда. Так. Ладно, оставляем так, как есть. Главное нам сейчас сделать следующую штуку. Так, где этот код? Я потерялся. Вот, проверять коллизии с нашими кирпичами. Получается, у нас есть... много-много кирпичей. Вот эти вот брики. Мы по ним идем. Брик. Unused variable. А, ну да, понятно. Так, нам нужно создать для каждого кирпича прямоугольник и проверить коллизию с ним. Мне не нравится, что мне нужно будет создавать прямоугольник сейчас. Как я это делал где-то выше.
Вот как я это делал здесь. Потому что, по сути дела, этот прямоугольник должен поставлять мне сам класс. Сам кирпич должен сказать, у меня вот такой прямоугольник, и все. И не мучить меня. Никак. Совсем. Сделаем функцию, которая возвращает мне ректангл. Ректангл. И все. У кирпича. Return. Ректангл. Это. Ай. Ай, я и потерялся. Это x, y. А, left. Угу, угу. Получается, у него должен быть x, x плюс width, y, точнее, y плюс height и y. Вот так вот. Без всяких проблем. Так, и у шарика, по факту, у самого должен быть rectangle rect. Функция, которая означает rectangle. Все равно константная. Расставить константность там, где она есть. Чтобы все было true. Значит, rectangle. Угу. Это мы считали здесь. Этот вызов был. Вот он. Хитро. Там, где в будущем он появится. Сложно. Ладно, уберем тогда это все отсюда. Так, значит, считаем прямоугольник для будущего нашего шарика. Вот он. Ball rectangle. Дальше у нас должен быть brick rectangle. Вот мы его получили. И теперь проверяем is intersect ball rectangle и brick rectangle. Так, значит, Дима там спрашивает, почему кирпичи не в контексте, что вообще в контексте хранится. Я правильно понимаю, что шарики всегда будут по углам кратным 45 двигаться. Так, сейчас для простоты сделан так, чтобы шарики, да, действительно двигались под 45 градусов, для того, чтобы вот эти все отражения были очень легкими. А чтобы были отражения не под 45 градусов, это нужно придумать условия, когда шарик будет отражаться таким образом сложным. Например, когда он стукается в угол, например, кирпича, либо он стукается в угол платформы, либо еще каким-то образом хитрым. Так, дальше, что хранится в контексте? Контекст вот этот, это вообще не наш объект, это объект библиотеки. Вот. И поэтому в него мы не можем ничего положить. В принципе, можно в библиотеке исправить и сделать в контексте какое-нибудь универсальное хранилище любых объектов, просто их туда складывать. По сути дела, туда лучше всего было бы создать еще наш контекст или какой-нибудь storage, в него складывать все объекты, которые должны быть в игре. Там, например, список этих наших кирпичей, сам шарик, платформа. И по факту в каждом... внутри каждой функции, которая содержит контекст, мы бы говорили, ну-ка из сториджа вытащи ко мне, пожалуйста, объекты. Не пришлось бы через конструктор все передавать это. Я думаю, вот на следующих этапах мы это сделаем, потому что меня тоже немножко подзапарила эта вся тема с передачей через конструктор всяких указателей на какие-то объекты. Какой-то трэш творится, еще указатели появились, вместо того, чтобы это были просто обыкновенные объекты на стеке, либо хотя бы надо было использовать смарт-поинтеры. Да ладно, не знаю, в принципе, и так более-менее хорошо сейчас работает. Вот мы уже видим, что тут у нас заваливает кучей копипасты. Наверное, разберемся чуть позже. Так, сейчас посмотрим, где мы остановились. А, вот, мы как раз-таки проверяем, если пересекается... вот здесь вот мы находимся. Если пересекается прямоугольник с... Если кирпич с шариком, тогда что это означает? Ну, во-первых, нам нужно наш шарик развернуть в другую сторону, отправить его. И во-вторых, нам нужно этот кирпич уничтожить. Вот.
И тут, конечно, интересный момент. Если мы стукаемся кирпич снизу, либо сверху, то мы отправляемся в одну сторону. Если мы стукнулись слева об кирпич, то мы должны отразиться в другую сторону. То есть надо понять, об что именно мы стукнулись сейчас с кирпичом. Об горизонталь или о вертикаль? Ох. И, видимо, функция из intersect должна возвращать нам не просто true-false, а, скорее всего, что-то другое. Так, надо бы сейчас подумать. Давайте для начала просто сделаем следующее. Точно, точно должно у кирпича вызываться... Так, стоп, а bricks это что? Это указатели. А brick это... Должно же быть так. А, ну да, все, правильно. Так, как у нас, как это называется, мы кирпичи должны стукнуть. Вызовем у него функцию hit, наверное. Либо нанести урон, в общем, damage. Задамажили кирпич. Кирпич такой, хорошо, у меня есть функция damage. Вот, которая возьмет и уничтожит хп какой-нибудь. А у каждого кирпича есть хп. И оно по умолчанию равно единице. Сейчас пока так сделаем. Вот, и мы такие хп минус-минус сделаем. И если хп меньше либо равно нуля, тогда мы должны сказать, что кирпич умер. По сути дела. Будет функция is dead. Умер ли? Ты, типа, кирпич, ты умер или нет? А, или is destroyed. Во, is destroyed. Он же не живой. А, и мы говорим, что если хп... Turned хп меньше либо равно нуля, то получается... Кирпич уничтожен. Вот. И его не надо будет рисовать. Это означает, что здесь, внутри, когда мы отрисовываем все кирпичи, мы их отрисовываем, если кирпич не уничтожен. Так, ну или тогда, если кирпич уничтожен, тогда мы continue делаем. Ничего не происходит. Так, теперь что-то шариков у нас сильно много развелось. Я уберу половину из них. О, опа, опа, смотрите, удаляются объекты. Только у нас зациклилось перемещение шарика. Он не может по-другому перемещаться, так как у нас все столкновения под 45 градусов. Нужно, чтобы было больше всякой разной вариативности. Например, его заспаунить надо немножко в другом месте, скажем так, шарик. Тогда проблем не будет. Давайте его расположим, не знаю, там, на 4 пикселя левее. Тогда вариативности больше будет, наверное. Оп. Оп. Да, смотрите, да мы скоро победим в эту игру. Что-то надо поиграть в оригинальный Арканоид. Я не знаю, что происходит, когда он зацикливается шарик. Каким образом сделать так, чтобы он полетел в другую сторону? Это вообще возможно или нет? Вот интересно, кстати. Можно ли сделать так, чтобы шарик летел в другую сторону совсем? Или это никак не сделать? Так, стоп, у меня тут трансляция запущена. А вы молчите. А, нет, нормально, все, со скоростью. Как бы это сделать? Так, чтобы вот клево было все. Так, и... Тогда что? Вот. Угу. Теперь нам нужно отражаться от кирпичей каким-то образом. Классно. Как это сделать? Давайте подумаем с вами. Значит, что у нас тут происходит?
нас есть кирпич. Так, и у нас есть шарик. Опа. Так, если он пересекается таким образом, то мы должны его отправить в ту сторону, вниз. То есть по Y мы меняем его направление. А вот если он стукнулся вот здесь, вот, тогда мы должны его по Y отправить в другую сторону. Угу. Черт, как бы это сделать? Надо подумать над этим. Так, сейчас подумаем. Сейчас только одну секунду отойду, чтобы пройтись по квартире и подумать над этой задачкой. Теперь начнем думать над этой задачкой. Угу. Как это должно происходить? Как нам понять, в какую сторону нужно отразить наш объект на самом деле? Угу. Шарик приходит отсюда. Можно лететь сюда. Но мы знаем только информацию о том, что он пересекается каким-то образом с объектом. Давайте-ка, если у кого-то есть идеи, как это можно сделать, предлагайте, чтобы мы быстрее решили эту задачку. Да. Угу. Надо понимать, какую часть мы коснулись. Вертикальную или горизонтальную. Но когда мы считаем просто пересечение между объектами, то мы этого не можем понять. Потому что пересечение нам просто говорит, что вот один объект находится внутри другого, и все. А, ну точнее вот что происходит. То есть мы... Когда касаемся объекта сбоку, вдоль оси Y, тогда у нашего объекта, вот у шарика, вдоль одной оси полностью сторона заходит в другой объект. То есть определять, чем именно коснулся он. Угу. Чем именно произошло касание. То есть объект находится целиком... А, нет, не обязательно целиком. Не обязательно, потому что они могли вот так вот стукнуть. А, ой, это вообще прикол. То есть, что происходит вот в такой ситуации, когда объект касается уголка, куда ему отправиться? То есть, если бы он прилетел сбоку и так бы коснулся объект за уголок, тогда бы он отлетел в другую сторону. А если он снизу коснулся объекта, тогда он бы полетел вниз. То есть, получается, нужно учитывать предыдущую позицию, предыдущий вектор скорости. Хм. Интересно, как это можно сделать так, чтобы было без всяких тупников. Вот эта точечка. Mm.
это? Как будто бы надо отъезжать в сторону наименьшего уменьшения площади соприкосновения. То есть, если в следующий раз мы бы продолжили под таким же углом туда катиться, то что бы произошло? То площадь соприкосновения бы увеличилась. Если в ту сторону, то она бы, если бы мы отправились вниз, то тоже бы увеличилась. То есть, только в ту сторону площадь уменьшаться будет. Так, а в данном случае мы прилетаем сюда. Если бы мы пошли наверх, то площадь бы увеличилась. Если пойдем вниз, то она будет уменьшаться. Угу. Может быть, так это можно сделать. Через площадь. Так, ну, конечно, могут быть и ситуации, когда объект летит, касается, и на следующем шаге у него площадь соприкосновения уменьшается, так как он касается буквально уголком. То есть он залетел и на уголок. Коснулся уголком. И в другую сторону, и в другую сторону. Mm-hmm. Так, ну ладно. Хорошо, но что-то как-то сильно сложно получается. Надо как-то брать и спрашивать, где ты окажешься. Не просто в следующий раз, а через следующий раз, если будет у тебя точно такая же скорость. Вот, и ты будешь лететь в ту же самую сторону. А что произойдет, если ты полетишь в другую сторону и перебирать все варианты? Что-то как-то сложно. Нет, мне так не нравится. Смотрим в обычной ситуации, что происходит. Такие читы просто вообще. Так, давайте, знаете, что сделаем, чтобы игра запускалась не только когда я нажал пробел. Так, добавим функцию, которая обрабатывает паузу. Которая проверяет, что если была нажата кнопочка из... Что если мы хоть один раз нажали пробел... Тогда игра должна запуститься. Так, если у нас пауза, то мы ничего не делаем. Давайте проверим, что это работает. Угу. Давайте разделим отрисовку и перемещение объектов. Так. Так, отрисовка.
Как все неудобно получается-то. Неудобно, ну ладно. Так, смотрим, как играется в нашу игру. Бам-бам. Если сделать тупые отражения... Ой, точно. Точно. Угу. Все, я понял. Если наш кирпич дестроит, то мы его игнорируем. Это... Я понимаю, что там будут удаляться кирпичи из коллекции, но все равно. Эта проверка нужна. Так, что это такое? Черт! Как можно проиграть собственную игру? Я ж почти уже, можно сказать, дошел до финала. Можно сказать, победил уже. Вот же ж. Блин. Посчитаем количество уничтоженных кирпичей. Так. Так, где мы были? Здесь вот. Так, получается... Если у нас количество неуничтоженных кирпичей. Не строить больше, чем 0, тогда типа мы еще не выиграли. А если получается меньше 1, то мы победили. Делаем две функции. Win и lose. Которые будут очень тупыми. Очень-очень-очень-очень-очень простыми. И будут они следующими. Как будет гейм-овер наступать. Если у нас цвет не null, тогда мы рисуем экран. Зарисовываем экран чем-нибудь, и все. Вот. Получается, при винскрине мы в color добавляем, складываем, скажем так, особый цвет. Красный. А, при победе зелененький будет. А при поражении будет красным. Все. Покрашено. Что такое? А, понятно. Все хорошо. Нет конструктора. Мы просто создадим объект. Не надо тут нам рассказывать сказки, что что-то не получается. Пускаем наш арканоид,
Проигрываем. Экран красный. Отлично. Пускаем заново. Сейчас надо победить. Забагованную игру. Опа. Так. Почему он отразился от мертвого блока? Это, конечно, вопрос интересный. А, не от мертвого, а от бесцветного. Все, я понял. Чертовы бесцветные блоки. Так. Черт. А-а-а! Как победить в эту игру? Невозможно же совсем играть. Надо уменьшить скорость шарика. Так, где скорость шарика? Шарик. Где мы создаем шарик? Кошмар какой. Вот шарик мы создаем. Ну, 100 сделаем. Надеюсь, мы доиграем до конца этого вечера. Так, был спид. Угу, отлично, хорошо. А, ну и все, я понял. Мы просто зарелизим кучу шариков. И посмотрим, что произойдет в этом случае. Так, кто-нибудь еще есть на Твиче? Восемь случаев флоп. А, да. Можно. Да что-то, короче, лень, я уже устал просто стримить, поэтому не хочу какие-то сложные логики сидеть рисовать. Но вообще нормальная идея, что просто перебрать все возможные случаи. Угу. Так, давайте запустим игру. Так, сделаем ее на весь экран. И сейчас мы должны ее пройти. А, черт, это хардкор. Какие-то квадраты отлетают, стукаются об другие квадраты. Не хватает разве что лазера... Ой, шарик потерялся. Не хватает разве что лазера и еще чего-нибудь. О, ну вот двумя шариками нормально управлять, если скорость вменяемая. Еще платформа немного диковатая. Она сильно чувствительная. Так. Оп. Это фиаско. Делаем чуть-чуть быстрее шарик. Запускаем. Оп. Оп-оп. Что-то получается. Оп. Кажется, это победа. Это победа! Просто это успех. Это успех. В Арканоид можно играть. В нем пока куча косяков. Вообще все делается неправильно и не так. Но она работает и играет. Можно взять с полки пирожок. Да, вот тут вот нужно написать To do Smart Collisions with Between rectangles. Ой, а что означает триплей проекты? Имеется в виду, что несколько игроков сразу же, что ли, играют, или как? Я что-то не сильно в терминологии такой. Так, надо сделать коммит. При столкновении с платформой мы изменяем направление шарика, чтобы он отлетал наверх. Вот, это по факту получается по оси Y. Ну вот вниз, да. Угу. Они вниз улетают не потому, что мы неправильно там сдаем им скорость, потому что они стукаются в край платформы. Сейчас покажу на рисунке. Так. Ой. Какая-то странная стирательная резинка здесь у них. Да ладно. Значит, что происходит? У нас платформа вот такая вот. И тут к ней подлетает сбоку наш шарик. И он стукается таким образом. Он стукается здесь.
Потом мы понимаем, что раз шарик стукается с платформы, значит, нужно его по оси Y отправить наверх. Он отправляется наверх. Вот. Но он как бы сразу же на следующем такте понимает, что он внутри платформы, значит, он сталкивается с ней, значит, нужно его отправить в другую сторону по оси Y и вниз. И поэтому он тут туннелирует по всей нашей платформе, доходит до конца, и в конце непонятно, он может с некоторой вероятностью либо наверх вылететь, либо вниз вылететь. Вот. Для того, чтобы такой ситуации не было, нужно сделать так, чтобы если шарик прилетает и стукается об край платформы, вот здесь вот сбоку, то чтобы он, например, я не знаю, вылетал просто назад, в другую сторону, противоположную. Вот. И по оси X то же самое. То есть полностью поменять его направление. Раньше он летел вот так вот, а отправить мы его должны теперь вот так вот. Хотя, кстати, мы можем... вот. Такой пример. Но для этого нам нужно понять, с какой стороны именно мы столкнулись с прямоугольником. И то же самое будет у нас с кирпичами. Вот. Мы с этим разберемся в следующий раз. Да-да-да, вот, Дима пишет, что там логика будет точно такая же, как у блоков. Все верно, так и есть. Вот, ну ладно, окей. Значит, сегодня мы, конечно, тут вообще упоролись, наверное, 2.5 часа сидели, стримили, очень сильно я втуплял в происходящее. Вот, не все шло гладко, особенно когда я пытался понять, что происходит не так с векторами. Ну, я почитаю мануалы в следующий раз по стандартной библиотеке C++, и таких косяков, конечно же, не будет. И все будет идти так, как будто бы разрабатывать игры на C++, это совсем легко и просто, и это прогулка по парку. Я думаю, в следующий раз, когда у нас будет стрим, скорее всего, следующее воскресенье, я так полагаю, мы распилим этот большой main.cpp-файл на много мелких файлов. Ну, это первая такая разминочная задача на рефакторинг. И потом мы сделаем, наконец-таки, корректное столкновение прямоугольников. После этого уже хотелось бы, наверное, здесь навести немножечко порядок в архитектуре. Скорее всего, у нас появится некоторый интерфейс, который будет, вот, видите, у нас везде есть функция draw и move, много у кого. Скорее всего, появится чем-то типа компонент рисования и компонент передвижения, чтобы было проще. Вот. Чтобы потом проще было добавлять всякие фичи, всякие разные. Ну и хотелось бы, конечно, сделать рисование уровней из файла. Вот после того, как у нас будет работать рисование уровней из файла, и будет архитектура более-менее нормальная, и не будет вот этих вот багов со столкновениями, в принципе, это означает, что мы сделали базовый арканоид, который точно работает стопудово. Можно уже, не знаю, там, в 70-е годы продавать и грести деньги лопатой. Вот. Но потом уже будем наворачивать всякие фичи, типа там огненный шарик, спецэффекты при взрыве там кирпича, это вот вообще прям надо сделать обязательно. Там, что еще? Чтобы мы шарики не просто так выкладывали 4 штуки, а чтобы когда мы бонус подобрали, там много шариков, они добавлялись. Ну там увеличение платформы. Платформу как-нибудь красиво отрисовать, не просто желтый прямоугольник, чтобы был, а я там не знаю, какая-нибудь штука была красивая вся из себя. Такая вот. С градиентиками, наверное. Может быть. Оп, оп, оп. Оп. Все, отлично, это победа. Вот, ну и надо будет сделать плей-тест, подобрать хорошие параметры для скорости перемещения шарика и платформы. Как-нибудь там это выразить через зависимость, чтобы можно было уровень сложности выбирать. Не знаю, в принципе, я думаю, на этих потоковых трансляциях на Твиче можно будет доделать игру до конца. Я думаю, ну, за штуки 4 трансляции у нас уже будет такая прям классная-классная игра. В принципе. Вот. Давайте еще, наверное, чуть-чуть, может быть, початимся в чатике, если у вас есть какие-нибудь вопросы. Я пока выключу скринкаст. Наверное, сейчас будем через пару минут закругляться. Спокойно. Ну, я надеюсь, что ребятам, особенно студентам, для которых я, в принципе, это делал, понравилось. Ну, и другим ребятам тоже, кто внезапно пришел на огонек, заглянул. Думаю, будет полезно.
представление, что игры писать хоть и немножко сложно, но хотя бы это весело, потому что если вы тут допускаете классный какой-нибудь баг, то это не превращается в трагедию, что у вас там матрицы неправильно умножаются или еще что-то в консоль вводится не так, а вы видите смешной спецэффект на экране, там что-то непонятное происходит. Это всегда весело, интересно, прям обхохочешься, не знаю как. И даже отлаживать как-то не хочется. Можно так взять, случайно запилить баг и подумать, да, так и надо оставить, так намного веселее играть в игру. Зачем нам там делать все слишком идеально? Вот. Ну ладно. Всем спасибо, кто дошел до конца этого стрима. Давайте, пока.